привет! Вы смотрите «Афишу», с вами Анна Троян. И у меня для вас супер антивирусное решение. Долой очереди в аптеках, иммунитет поднимем радостными событиями. А вы уже посмотрели новое приключение троллей? Главные герои вместе с друзьями отправляются в невероятное путешествие. Стать его непосредственным участником предлагает субботним днем торгово-развлекательный центр «Орбита». А в воскресенье юным люберчанам можно и нужно полепить из пластилина. Но не дома, а у себя, конечно, на мастер-классе в Космополисе. В творческом порыве создадим красивейших разноцветных бабочек. Проводите свои выходные ярко! Бабочки, да еще и настоящие, сейчас обитают в музейно-выставочном комплексе. Тропические, необычные, завораживающие. Прикоснуться к живой природе, друзья, можно ежедневно до конца марта. Ну а если насекомые не ваша тема, я точно знаю, кто поднимет вам настроение. Пушистые четвероногие будут ждать новых хозяев на выставке кошек в «Орбите». Всех питомцев нашли на улице. Они привиты и приучены к лотку. А также просто мечтают наполнить ваш дом мурчанием и уютом. Красивые и ласковые котики встретятся с вами с 12 до 18.00 в воскресенье. Напоследок подборка лучших досуговых площадок. В пятницу город заснет и проснется мафия. Сыграть в легендарную игру теперь можно в Доме офицеров. Берите всех друзей. Участие бесплатно. В субботу, хоть и не под куполом, а в культурно-досуговом центре «Союз», зрелищное цирковое выступление. Звезды манежа покажут невероятное шоу. Берите всю свою семью, ведь для того, чтобы окунуться в детство, не обязательно ехать далеко. На этом все. Берегите себя, одевайтесь по погоде и помните, что стресс – главный враг здоровья. Отдыхайте хорошо. Пока-пока!